Вести Карачаево-Черкесия. Здравствуйте, в студии Руфина Ковалева. Сегодня в нашем выпуске. В Черкесске у стелы «Дружба народа» состоялся праздничный концерт в честь воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. В Госфилармонии прошло пленарное заседание Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Баталпашинские чтения 2022», приуроченное к празднованию столетия государственности Карачаево-Черкесии. В картинной галерее столицы Карачаево-Черкесии открылась выставка друзей, посвященная столетию государственности нашей республики и Кабардино-Балкарии. Итак, к главным новостям. В Черкесске у стелы «Дружба народов» состоялся праздничный концерт в честь воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. В мероприятии приняли участие более 1300 жителей Карачаево-Черкесии, общественные деятели, активная молодежь, представители политических партий и просто неравнодушные земляки. С приветственной речью к присутствующим обратился спикер парламента Александр Иванов. «Добро пожаловать на историческую родину. Здесь вам никто не запретит говорить на русском языке, на любом языке, который является для вас родным. Как говорят на своих родных языках более 300 народов нашего необъятного Отечества. Здесь вы будете под защитой мощного суверенного государства, станете его полноправными гражданами», – сказал председатель Народного собрания. В правительстве Карачаево-Черкесии подвели итоги хода реализации нацпроектов за третий квартал текущего года. По итогам 9 месяцев уровень кассового освоения по региональным проектам составил более 71%. По нацпроектам «Экология и малое и среднее предпринимательство» и «Поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» исполнение составляет около 100%. Главой Карачаево-Черкесии Рашидом Тимрезовым принято решение о дополнительном снабжении мобилизованных необходимыми вещами. Список необходимого снаряжения составлялся с учетом пожеланий военнослужащих, имеющих опыт участия в специальной военной операции. Так в него вошли спальные мешки, утепленная обувь, дождевики, вязаные шапки и балаклава, теплозащитные коврики и другое. Очередной груз с комплектами дополнительной экипировки уже отправился мобилизованным из Карачаево-Черкесии. В Республиканской государственной филармонии прошло пленарное заседание Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Баталпашинские чтения 2022», приуроченное к празднованию столетия государственности Карачаево-Черкесии, столетию подвига религиозных служителей Русской Православной Церкви во время изъятия церковных ценностей, 190-летию образования Кавказского линейного казачьего войска и 130-летию образования 6-го Кубанского пластунского полка. Участниками конференции стали ученые из Карачаево-Черкесии, Абхазии, Дагестана, Ставропольского и Краснодарского краев, Оренбурга, Ростова-на-Дону и других регионов, а также студенческая молодежь. С приветственным словом к собравшимся обратились министр образования и науки Карачаево-Черкесии Инна Кравченко и министр культуры Карачаево-Черкесии Зураб Агирбов. Затем участников конференции от имени министра по делам национальности, массовым коммуникациям и печати поприветствовал замминистра Сергей Гуско. «Сегодня, в эпоху новых вызовов в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране, наступило время сплотиться и объединить усилия во имя решения новых задач ее развития и защиты ее истории. Наш долг – сохранить память о наших отцах и дедах и не позволить нас разъединить», – отметил Сергей Анатольевич. В аграрно-техническом колледже Эркиншахара будущих работников сельского хозяйства будут обучать в новых мастерских и лабораториях.
Ребята на занятиях не только получат теоретические знания, но и опробуют их на практике. Это возможно после получения колледжем субсидии в рамках федерального проекта образования. Какие преимущества дадут эти новшества студентам нашего региона, рассказал председатель Комитета по науке, образованию, культуре, спорту, делам молодежи и туризму Народного собрания Карачаева-Черкесии Алексей Ганшин. У наших детей, у наших студентов появилась возможность на практике получить достойное образование и получить навыки на современном оборудовании и на современной технике. Две эти лаборатории позволят готовить специалистов не только для нашей республики, но и для соседних регионов, что повысит престиж рабочих этих специальностей, так как у нас развивается в республике сельское хозяйство, сады Карачаева-Черкесии направляются. Расширяются сельскохозяйственные предприятия. Это будет достойным подспорьем для подготовки современных специалистов. В Карачаево-Черкесии стартовал прием заявок на конкурс «Лучший социальный проект года». Принять участие в нем и подать свою заявку необходимо до конца октября текущего года. Об этом рассказывает руководитель Центра инноваций социальной сферы Джамиля Карасова. Он реализуется с 2015 года в каждом субъекте Российской Федерации. Сейчас проходит региональный этап, и с 12 сентября до конца октября мы принимаем заявки на этот конкурс. Конкурс пройдет по следующим номинациям. Это поддержка и реабилитация людей с ограниченными возможностями, это здоровый образ жизни людей, спорта, доп. Образования, воспитание детей, это социальное обслуживание, это и сфера социального туризма, культурно-просветительская деятельность и обеспечение людей социально уязвимых слоев населения. Победители регионального этапа получат ценные призы и дипломы, а также будут рекомендованы и участниками станут федерального этапа всероссийского конкурса. Заявку можно разместить на сайте «Лучший социальный проект года» или же обратиться в Центр «Мой бизнес», а именно в Центр инноваций социальной сферы по адресу Ленина, 53. Мобильный комплекс, заменяющий собой полноценный кабинет офтальмолога, готов в любую минуту выехать в любую точку Абазинского района. В нем есть все, чтобы провести полноценный осмотр зрения и получить квалифицированное заключение специалиста. Он уже показал свою эффективность во время акции «Поезд здоровья», через который прошло несколько сотен пациентов из всех районов Карачаева-Черкесии. Благодаря таким передвижным комплексам квалифицированная помощь доступна теперь даже в самых труднодоступных уголках республики, комментирует информацию врач-офтальмолог Расим Джумаев. Здесь все, что есть в обычном кабинете у доктора, у офтальмолога, здесь все это есть. То есть здесь я могу полноценно обследовать пациента, диагностику проводить. В частности, пожалуйста, вот у нас есть аппарат для измерения внутриглазного давления. Здесь вот у нас есть офтальмоскоп. И без чего не обходится ни один кабинет, ни один офтальмолог. Это набор пробных линз для подбора очков. Одним словом, у нас здесь все есть, все необходимое для полноценной работы врача-офтальмолога. Полицейский отдел МВД России по Уджигутинскому району установили подозреваемого в краже золотых изделий. В полицию обратилась 55-летняя местная жительница. Женщина заявила, что в сети интернет она нашла мастера и пригласила его к себе для осмотра и последующего ремонта квартиры, после чего обнаружила пропажу золотых сережек, которые находились в спальной комнате. Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 28-летний местный житель. Злоумышленник дал признательные показания и пояснил, что похищенные серьги он отдал реализатору золотых изделий на колхозном рынке в городе Черкесске. 7 октября текущего года стартует второй этап всероссийского конкурса «Народные участковые», который ежегодно проводится Министерством внутренних дел Российской Федерации. Любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции и проголосовать за него.
Традиционно конкурс делится на 3 этапа. На первом этапе голосование проходило на официальном сайте МВД. Большинством голосов были определены по одному претенденту от каждого района для участия во втором этапе, который пройдет с 7 по 16 октября. Заключительный этап конкурса с 1 по 10 ноября пройдет на федеральном уровне. В финальном этапе принимают участие по одному участковому от каждого региона, победители региональных этапов. Поисковая группа, состоящая из полицейских, сотрудников МЧС, представителей Урупского районного казачьего общества и неравнодушных жителей Урупского района, нашли грибника, пропавшего 28 сентября. Мероприятие по поиску пропавшего мужчины продолжались двое суток. В дежурную часть отдела полиции по Урупскому району обратилась 54-летняя жительница Невиномыска, сообщив, что ее 50-летний муж в 10 километрах от станицы Преградной ушел в лесной массив за грибами и пропал. Мужчину нашли, его оперативно доставили в лечебное учреждение, где была оказана вся необходимая помощь. В картинной галерее столицы Карачаево-Черкесии открылась выставка друзей, посвященная столетию государственности Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, на которой представлены творческие работы учащихся художественных школ Черкесска, Нальчика, Владикавказа и села Ахты, Республика Дагестан. В торжественном открытии выставки принял участие министр культуры Карачаево-Черкесии Зураб Агирбов. Он поблагодарил организаторов и вручил им благодарственные письма от министерства, отметив, что такие мероприятия сейчас особо важны. На выставке представлено около 200 работ, выполненных в разной технике – акварель, гуашь, графика. Но всех их объединяет любовь к своей малой родине и России. Экспозиция работ юных художников Северного Кавказа продлится до конца октября. Вход свободный. Радио России, Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, завтра по республике преимущественно облачная погода, местами дождь, в горах с мокрым снегом. Днем в горах и в отдельных районах сильный дождь, местами туман. Ветер восточный 6-11 метров в секунду, температура воздуха 15-20 градусов тепла. В горах местами 7-13 градусов выше нуля. В Черкесске небольшой дождь, ветер восточный 6-11 метров в секунду. Воздух прогреется до 20 градусов. Это были все новости Карачаево-Черкесии. К этому часу с ними вас знакомила Руфина Ковалева. Вооруженные силы Российской Федерации приглашают на службу по контракту. Военная служба по контракту – это широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. Сегодня наши военнослужащие выполняют важнейшие боевые задачи. Руководством страны приняты дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции. Они наделяются статусом ветеранов боевых действий и получают дополнительные социальные гарантии. Военнослужащие, заключившие контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции, в составе именной роты Карачаево-Черкесии получат региональную единовременную выплату 200 тысяч рублей. Контрактники – это профессионалы, мужественно и с честью выполняющие свой долг. Служба по контракту – твой выбор. Обращаться в военкоматы по месту жительства, телефон для справок 8 878 2 26 36 32. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!